захватчики явились в наш дом. Монголы жестоки, упорны, неумолимы. Восемьдесят самураев против целого войска. Мы лишь замедлим вторжение. Сегодня я погибну за свой народ. Их там должно быть тысячи. Мы встретим смерть и защитим свой дом. Традиции! Честь! Отвага! В этом наша сила. Мы – воины Цусимы! Мы – самураи! Господин Адати, устройте им встречу. Чужаки, пускай выйдет ваш лучший воин. Надо, Джиннида. Я Харунобу Адати, потомок легендарного Ясинобу Адати. Продолжим наступление. Даже ценой своих жизней. Слушаюсь, господин Симура. Воины! Нужно выследить предводителя монголов! Все за мной! Монгольские псы! Руби! Ah!
Мы последние. Единственная наша надежда — добраться до предводителя монголов и убить его. Я буду с вами до конца. Знаю. Вон он, их военачальник. Я готов, дядя. Мы пойдем вместе. Дядя. Я Хотун, брат Хубилая и внук Чингиза. Брат, ты воин. Я это вижу. Всю жизнь ты сражался и побеждал там, где иные бы точно отступили. Но пока ты точил свой меч, знаешь, чем был занят я? Учился. Я знаю ваш язык, традиции, вашу веру. Знаю, кого обуздать. Кого сжечь? Так скажи мне вот что, самурай. Ты сдаешься?
я сюда попал? Кто-то постарался, не дал умереть. Оружия нет, только припасы. Надо идти. Монголы. Кто-то спас меня и спрятал здесь. Может, и меч у него? Кто-то точил здесь клинок. Воин? Мои доспехи. Доспехи пробиты, но хоть такие. Где мой меч? Не здесь. Карчер! Уйди, я сама. Ну, спрячься. Не бейте меня! Чья Доминик? Рис! У меня есть рис! Забирайте! Кто ты? Я Юна. Ищешь свой меч? Иди за мной. Как долго я лежал? Монголы уже захватили половину острова. Господин Симура был со мной на поле боя. Тита? Забудь его. Юна, стой. Господин Симура, мой дядя. Ты Дзин Сакай? Племянник Дзита? Мне нужно знать. Он выжил? Возможно. Монголы взяли его в плен. И куда увели? На восток, вдоль берега. То есть к замку Канеда. Наверное, там его держат. Празднуют свою победу. Я могу застать их врасплох. Тебя убьют. Или я спасу нашего Дзиту. И мы выдворим монголов с острова. Он напишет Сёгуну. Попросит помощи. Я не затем тебя выхаживала, чтоб ты погиб так глупо. А зачем тогда? Не бросать же умирать.
Мне нужна помощь. Господин Симура поможет всей Цусиме. И у меня, кроме него, никого нет. Пошли. Сюда. Мясники. Ему все равно уже не помочь. Смотри. Налетчики вооружены. Они ездят по острову. Слабых убивают. Остальных угоняют в раб. Сюда. Еще стража. Пойдем по крышам. Ты лазаешь по крышам, набираешь мертвых. Ты воровка. Когда мне что-то нужно, я беру. Как мою катану? Пришлось обменять на еду и лекарства. Что-что? Не волнуйся. Мы найдем покупателя и вернем твой меч. Ехать далеко. Бери все, что сможешь унести. Здесь живут люди. Больше не живут. Человека, которому я продала твой меч. Тору! Проклятие. Они его нашли. Осторожно. Я обыщу дом. Они за это ответят. Может, он спрятан как... Где-то здесь. Я Дзин Сакай, племянник господина Симуры. И я не трус! Да, врагу с тобой не тягаться. Но нужно владеть собой. Я упражнялся. Отцовским мечом? Меч клана Сакай. Он спасал жизни и прекращал войны. Кто это сделал? Никто. Я научу тебя защищаться. Я сам умею. Чтобы владеть мечом, надо сперва взять в кулак свои чувства.
Я смогу, дядя. Хорошо, покажи. Посмотрим, чему ты научился. Попробуй меня ударить. Да, дядя. Нападай, я готов. Хорошо. Если бы ты так сражался, противнику было бы непросто тебя побить. Это нечестный бой. Представь, что он вернулся и хочет закончить начатое. Будет использовать все нечестные приемы. Как ты станешь защищаться? Он крупный, зато я быстрый. Я не подпущу его близко. Дождусь, пока он устанет, и тогда хватит одного удара. Хорошо. Для самурая главное терпение и дисциплина. Пусть даже противник готов опуститься до подлых уловок. Я запомню, дядя. А теперь пробей мою защиту. Покажи, какой храбрый воин Дзин Сакай. Довольно. Я сдаюсь. Вы мне поддались. Нет, будь это настоящий меч, я уже был бы мертв. Правда? Я бы никогда тебе не солгал. А теперь попробуй остановить мои атаки. Имей в виду, я тебя жалеть не буду. Прими защитную стойку. Замечательно. Неплохо. У меня все болит. Мы можем сделать перерыв? Мы еще не закончили. Соберись и сражайся, несмотря на боль. Да. Пора научиться парировать. Дождись, когда я начну действовать. Когда атакую, останови мой удар. Ты молодец. Хорошо, сын. Ты учишься? Хотите отдохнуть? Ребенку не заставить меня запыхаться. А теперь посмотрим, как ты защитишься от копья. Уклонись от моего копья и сразу же иди в атаку. Хорошая реакция. После атаки я открыт для удара. Всякую прямую атаку я отобью. Ловко увернулся. Помни, уклонение и контратака. У тебя появилась возможность для удара. Используй ее. Видишь, нет оружия и воина, которых нельзя одолеть. Спасибо за уроки, дядя. Мы еще не закончили. Дзин Сакай. Окажи мне честь, сразись со мной. Не хотел бы ранить вас. Ты так в себе уверен? Что ж, будет интересно. Кто нанесет 5 ударов, выбирает, что на обед. Есть будем осьминогов. Молодец. Отлично справляешься. Перед обедом ответь на один вопрос. Как и наши предки, мы следуем пути самураев. Назови мне главные добродетели. Верность господину. Власть над чувствами и... Ты это знаешь. Честь. Чтобы не уронить достоинство клана Сакай.
Это слова твоего отца. Что значит честь для тебя? Думаю, защищать людей. Тех, кто не может постоять за себя. У тебя доброе сердце. Но прежде мы должны служить господину, проявляя отвагу, цельность и власть над собой. Для вас это легко. Это не бывает легко. Я борюсь с собой каждый день. Но мы должны подавать людям пример, сохраняя верность советам и самим себе. Это и значит честь. I'm not their samurai. Хорошо. Где мне найти лошадь? Тут недалеко конюшня. Сюда. Меч. Хорошо. Где мне найти лошадь? Тут недалеко конюшня. Сюда. Всадники. Они по всему острову. Где конюшня? За этим горящим домом. За мной. Мы подберемся тихо и незаметно и перережем им глотки. Это бесчестно. Честью я не поступлюсь. Подходи, захватчик! Бегать. Я хочу помочь. Чтоб тебя. Еще стража. Никто не должен уйти. Спасибо, господин. Говорили, все самураи мертвы. Тебе есть где укрыться? Говорят, в золотом храме тихо. Иди, не по дорогам. И береги сына ценой жизни. Ты ради них рискнул жизнью. Они были беззащитны. А я не позволю убивать наш народ. Не только им нужна помощь. Мой брат. Он сейчас в плену. За этим ты меня спасла. У меня кроме него никого нет. А у меня только дядя. Прошу, помоги мне спасти моего брата.
Я помогу тебе, когда спасу дядю. Даю слово. Я иду с тобой. Стойло там, впереди. Идем. Идем к лошадям. Это кони самураев. Те немногие, которых мы не взяли в бой. К счастью для них и для нас. Какой тебе нравится? Тише. А он хорош. Ему нужно имя. Нобу, верный спутник. Твоего дядю держат внутри. Стены высокие, не перелезть. Надо отвлечь охрану и проскользнуть внутрь. Нет, мы войдем через главные ворота. Хотун-хан предал огню наших лучших мечников, унизил моего дядю, убил воинов Цусимы. Я отплачу за его милости. Повторив ошибки, которые погубили твоих друзей? Монголы только того и ждут. Но на этот раз я ударю первым. Я их прикончу. Жди здесь. Я пришел за господином Симурой. Удивлена. Что там за шум? Не знаю, но я уже такое видел. Осторожно! Вперед! Отступать нельзя!
Дальше идти нельзя. Я должен. Возвращайся. Когда я найду дядю, уходить будем быстро. Буду ждать с лошадьми. Хорошо. Если я не вернусь, то скачи в лес. Выйдет на бой! Сугар Доксо Бахиму! Цениги! Дзин Сакай, племянник господина Симуры. Я пришел отомстить за него. Дзин, твой дядя так много рассказал мне про тебя, Дзин Сакай. И сейчас его главный... любимец будет умолять на коленях принять его в услужение. Дзин! Твой час пробил, Дзин Сакай. Смотрит. Сдавайся, Сакай. Я тебя убью! Сакай.
Покажи дяде, как легко можно решить все миром. И ты будешь жить. Я не смог. Снова. Отец. Зин. Помоги. Господин Сакай. Молодой господин, пора. Я иду, Ерико. Весь остров пришел оплакивать твоего отца. Можете их отослать? Дин, ты должен с ними встретиться. Теперь ты глава клана Сакай. Да. Дин, ты не одинок. Твой отец — попутный ветер. Твоя мать — пение птиц в ветвях. А дядя? Он скажет тебе сам, у погребального костра. Спасибо, Ерико. Знай, если будет тяжело, клан Адати поможет. Твой отец превыше всего ставил защиту людей. Истинный самурай. Я не спас его. Я трус. Дзин, ты самурай. Он погиб из-за меня. Твой отец пал в битве, защищая сына. Погиб как воин. Это большая честь. Теперь ты примешь его наследие. Дух твоего отца живет в этом клинке. И он всегда с тобой. Завтра ты придешь в мою крепость, как мой воин. Сегодня проводи своего отца. Как его спасти?
Дин, что случилось? Я отыскал дядю. Мог его спасти. Но там был хан. Я подвел дядю. Ну, хорошо, что ты жив. Я клялся отдать жизнь за Цусиму. И вот монголы забрали наш дом. Перебили самураев. Похоже, ты давно не встречал врага, который намного сильнее. Привык побеждать. Когда смерть дышит тебе в лицо, приходится делать все, чтобы выжить. Хан готовился воевать против самураев, зная, чего от нас ожидать. Значит, нужно обмануть ожидания. Так мы спасем господина Симуру и вернем наш дом. Одни не сможем. Всадники! Цепные псы хана! Их слишком много! Прячься! В траву! Похоже, ищут тебя. Скоты напугали лошадей. Это лошади самураев. Они вернутся. Славный фокус. Монголы на тебя охотятся. Разделимся. Я их отвлеку, а ты сбежишь. Я никуда не уйду, пока мы не спасем моего брата. Сперва мне нужны союзники. Опытные воины. Как сенсей Сикава и госпожа Адати. Они помогут. Мой брат тоже полезен. Если спасешь его, получишь лучшего кузнеца на острове. Смастерит любое снаряжение, какое попросишь. И чтобы преодолевать стены? Ты придумай. Так и сделает. Где его держат? Его поймали у Кэти. Поезжай, расспроси о нем. Я скоро буду. Так у монголов долго не протянет. Юна, мы спасем твоего брата. И твоего дядю.